Наконец мы здесь. Похоже, мы их сделали. Но подожди, у нас ведь главная цель — пробраться вон за те горы, а их все время патрулируют солдаты. И что мы собираемся делать? Ну, я еще не знаю, но давай подумаем об этом. Слушай, а что есть у тебя? Винтовка М16, но ее очень мало. Нам необходимо срочно запастись патронами, а то нас всех подстрелят. Слушай, у меня есть план. Я сейчас пойду в тоннель и постараюсь немножечко поразвлечься. В скором времени, когда я разгребу всю кучу тамошнего дерьма, я вернусь за тобой. Хорошо, возвращайся, но не будь так долго. Эй, вам нужно несколько задниц? Возьмите, подвигайтесь, я их удержу. Эй, это идет уже не по плану, я спускаюсь. У нас проблемы. У них у всех бронежилеты. Надо как-то изменить наш план. Гейв, за тобой! Всего один охранник. Это нормально? Ну да, нормально. Для засады. Так, стой. Нам нужно туда как-нибудь пробраться.
Вот они, снайперы. Черт, два охранника опустились прямо посередине. Что мы будем делать? Нам необходимо найти свет. Да-да-да, нам необходимо найти свет. Но как мы сделаем это без взрывчатки? Ну как мы сделаем без взрывчатки? Как и в прошлый раз сделали без нее. Хорошо, давайте тогда исследуем поближе территорию. Ладно, давайте действовать. Да нет, Логан, выходи с поднятыми руками. Не стреляйте, я выхожу. Ты что, с ума сошел? А у тебя есть другие планы? В любом случае, нам нужно найти взрывчатку для того, чтобы выбраться отсюда. Так что, ребята, делаем все как нужно. Стой и не двигайся. Это Логан. Где Логан? О! Логан не придет в течение 2 минут, ты покойник. Делай этого, Гейб. Эй, народ, это Логан. Ребята, меня здесь обходят со всех сторон. Быстро ищите комнату с выключателем. Хорошо, сейчас. Как дела, Гейб? Да, знаешь, не очень хорошо. Но, вообще-то, у меня есть каких-то 5 человек. Я хочу, чтобы ты сидел на месте и не рыпался. Слушай, Гейб, а это APC или кто? Ну, не знаю. Мне кажется, если были бы они, то мы бы с тобой не разговаривали. Ну да, ты прав. Так что сиди спокойно и не рыпайся.
кто здесь? Кто здесь?